Ясно, Мария Мойка. Остальное уже пофиг. Ребята, всем привет! Сегодня у нас будет совместное видео вместе с Марией! О май гад! Всем привет! Она тут на утке. Что она делает? Я не знаю, что она делает. В общем, сегодня мы с Машей будем трейдиться по цветам. Мы будем выбирать любой цвет из радуги и не из радуги. И трейдиться, давать вещи только такие, которые этого цвета. Да. Перед началом этого видео не забудьте обязательно поставить пальчик вверх и подписаться на мой канал. Ну что, мы с вами начинаем! Давайте, Мария, о май гад, у нас будет давать мне вещи оранжевого цвета. А я какого тебе? Так, ну давай. Блин, очень сложно. Давайте желтого. Да, ой, мне сразу жираф такой под руку попался. Слушай, ты оранжевый, да, выбрала? Да, ты мне оранжевый, а я тебе желтый. Ну, что же мне выбрать? Я считаю, что самый желтый пет вот такой вот. Ясно, Мария Мойка. О! О! Вот это интересно. Так. Ну можно же не только, да, пэтов? Да, ну вообще главное, чтобы пэт тоже был. А остальное уже пофиг. Ай, пофиг. Ну шляпка какая-то дебильная. Вот кеды желтые тебе, на. Спасибо. Подожди, лимонад, он не оранжевый, он желтый. Ну да. А это... Ой, у меня оранжевый скейт есть, это не подходит. О, вот это! О май! Вот это мне нравится, кстати, красиво. Блин, а нету желтых. Ну, есть только банана карма, она дебильная какая-то. Ну, дебильная вообще. Будет лучше банана карма. Вот. Вот я вот на эту штуку тоже наткнулась, это какая-то фигня. Но она какая-то красивая. Знаешь что, я могу дать тебе лимонадную стойку. Хочешь? Да, у них рот миллион. Короче, ребят, я определилась, я ей дам джинджера, неоновую звездочку, карету, тыкву и сережку. А я дам Маше золотого флайера от единорога, желтые кеды, банана кар и курицу. Все, соглашаемся на трейд! Девочки, пишите, выгодный трейд получился или нет. Так, давайте теперь, ну, снова только, теперь давай ты мне первый цвет говоришь. Давай, я хочу розового цвета. Да, розовый. Тогда я голубой. Блин, у меня нет райдзелья, подожди. Я пойду за райдзельем. А у тебя флайзелье есть? Побежали. Сейчас, я к тебе телепорт. Я поеду на новой тыкве. Хоть у меня такая была, но пофиг. Мы поедем вот на такой вот потрясающей тыкве. А я полечу на крысе. Так, ну что же, мы тут пришли уже. Да, мы сейчас будем покупать зелья. Я купила. Но денег найти яйца дурацкие. Да, вообще, я тоже. Так, все, девочки, мы купили зелья, погнали, чё. Так, даем Мария Май Гад зелья, райт. Так, теперь ищем розовых петов. Ну, я флайзелье, да, и не сейчас. Ну, мне кажется, либо фламинго, либо розовая кошка. Ну, можно и то, и то, в принципе. Так, вообще голубых пэтов нет. Есть синяя собака. Ай. Какие у нас цвета потрясающие. Да, у меня тоже нет уже голубых пэтов. Ну ты мне дала желтые кеды, я тебе голубые. И вот такую вот штуку. Сани. Так. Есть, Ань. А у меня есть голубые? У меня есть голубые. Ой, зачем я... зачем еще голубые кеды? У меня есть розовый рюкзачок или розовые кеды. Ну так забьем сейчас пинг. Ничего нет, не найдено. Да, так там ничего не найдено. О! Так да. О! Все, вот такие вот у нас трейды крутые. Все, я подобрала Маше райдзельки, розовую кошечку, еще розовые кеды и розовый неоновый самокат. А Маша дает мне флайзелье, синюю собаку, синие кеды и сани. Соглашаемся, ура, как круто жить. Ну и сейчас будет третий трейд, последний, я загадываю Маше цвет. Я считаю, что зеленый цвет. А Маша какой цвет считает? Так, ну давай, белый. Да,
Так, ну белый я сейчас вот такого пока что положу. О. Так. Ну или крыса золотая, но она золотая, она не белая. А если написать white прям вот так вот? Мне кажется, там ничего не будет. Нет, ничего нету, да. Пипец. Есть белый рюкзачок. У тебя есть красивые коляски? У меня их мало. Мне только не нравится только вот это. Ну, там, которое, знаешь, облако. А, ну да. О, кстати, вот эта штука, я не знаю, что это, она у меня только одна. А, это, короче, велосипед одноколёсный, ты чё? Не, ну, а, типа, ну просто у меня что-то одна, тьфу, она одна. О, я знаю, кого еще я могу дать. А вот это считается или нет? Считается, но оно зеленое. Ну хорошо, все. Какой красивый у меня белый трейс получился, вообще красивый так. Глаз. Все, я даю Маше, значит, эту. Альбинос обезьянку, белый рюкзак, ванную, между прочим, очень-очень редкую, и далматинца. А Маша дает мне нового динозаврика Т-рекс, черепашку, одноколесный велосипед и гнома какого-то. Гном-гномыч. Все, соглашаемся, ура! Yeah. О, господи. Все, теперь у Маши нету Т-рекса. У меня их 5 штук. Черт. Так, ну что же, ребята, получается, вот такое видео у нас получилось. Ура! Не забывайте его обязательно оценивать пальчиком вверх. Подписывайтесь на мой канал, если все еще не подписаны. Также переходите обязательно на канал к Маше. Мы тоже сняли ей очень классное видео. Как мы соревнуемся в Tower of Hell, узнаем, кто же из нас про, кто из нас нуб. Так что обязательно переходите, смотрите. Спасибо всем большое за просмотр этого видео. Я всех очень сильно люблю, целую, обожаю, обнимаю, всем пока-пока!